Здравствуйте все! Это снова я. Да. Да. В общем, сегодня у нас гонки. Сегодня я один. Никто меня не слушает. Ладно, хоть кто-то в чате есть. Скажите, там нормально, голос не громко, там не это самое, не гремит, ничего не кричит. Там это самое, как его, того самого, туда. Да ладно вам. У меня вон тут собака кричит. Рядышком. Ладно, ну что ж, начнем с... Запускаем двигателя. Блин, опять громко, а? Да что ж такое-то, а? Так не тихо? Скажите мне, пожалуйста. Эх, поехали. Что ж. Я уже забыл, на что ездить тут. Привет, привет. Ну, блин, я собирал канфу, никто не собирается. Эх, все молчат в конфе. Никто не хочет разговаривать. Верно. Да нюху отмечает, чё бы ему не быть-то. Блин. Ну ё-моё. О, третий, нормально. Ну, второй. Вау, ниже-ниже скорость, ниже. Опа. Бухой не пьющий слов. Ладно, хоть третьим приезжаю. Я так понял, в этой гонке самое главное приехать, неважно каким. Важно приехать просто призовым местом. Ну и занимать хотя бы призовые позиции.
Вот на третьей гонке у меня что-то ничего не получается. Третья гонка такая сложная, что писец тут. Не так-то просто поездить. Ладно, попробуем. Не падай, не падай, не падай, скотина. Адреналин просто ему в крови зошкаливает. Ё-моё, чуть не убился. Ах, скотина меня обогнал. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. 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 Блин. Блин. Чё, пихет. Наверное, это моя судьба приезжать третьим на этой игре. Да. Ай, да. Четвертый гонка. Дальше четвертый я вообще никуда не доходил. Блин. Да знаю я, что хуряп. Ай! Даже заехать уже, блин. С краешку нельзя, уже считают, что ты упал, блин. Ну все, я уже не приехал. Блин. Это плохо. Блин, ну все. Можно сказать, я не проехал. Гамовер. Давайте за этого человека поиграем. Блин, да что ж такое-то, ну? Не дают гады мне занимать первые позиции. Да. Это вам не в страйдера на 30 FPS играть. А может на 20. Вот как он так надалеко уехать смог, мне вот интересно. Вот я так не умею. Final lap. Второе место. Давай быстрее, ну давай, ну давай, не пропускай эту хуйню.
вино. Вторая зона. Гу. Да? Как так-то? Зашибись просто. Ну нафиг. Заново. Придется начинать все заново. Зараза. В конфу никто не ответил, а? Пофиг, будет нигер. Черный мишка. Почему здесь драться нельзя, я не пойму. Да зашибись, блин. Ублюдки. Ублюдки. Нет, третью строчку мне уже точно не занять. Даже если сильно попытаться. Почему чат молчит? Мне надоел. Чат молчит, и я молчу. Поговорите со мной. Нафиг, заново. Да блин. Чёртова мышка! Да блин! Да, блин, заколебал. Да, ну. Ой, блин, а. О, тут можно цвет менять, ё-моё. Давайте цвет поменяем. О, красный. Жеронима, Люси, Мили, Жини. Ну чё, все молчат? Вот все молчат, и я молчу. Давайте не молчите. Говорите. Блин. Опять меня этот эркизированный обогнал. Последний круг. Блин. На яшкин кот. Ну блин. Да.
Аккуратненько. А эти соперники помогают. Ау! А вот этот не помог ни хрена. Блин, теперь второй, офигеть. Стоило свалиться, уже сразу второй. Зашибись. Ё-моё! Ну давай, давай, подсчитывай быстрее свои очки. Блин, гады! Зашибись. Просто замечательно, блин. Можно заново опять начинать. Сказать, я уже никого не обгоню. Из лидирующих позиций. Мне бы хотя бы третье место занять, лидирующее. А я даже этого сейчас сделать не смогу. А нет. Четвертое занял. Только не третье. Ай, блин, а. Блин. Почему здесь драться нельзя, во-первых, на этой игре? Я думаю, тут бы какие-нибудь ловушечки бы не помешали. То, что вот я могу обгонять противников по два круга, это как-то... Ё-моё, чё это за призраки сейчас были? Оперы. Не очень хорошо. Это какая-то неправильная гонка. Скорее подсчитывай эти чертовы очки. Давай, давай, подсчитывай. Так, сейчас, извините, небольшой рекламный перерыв.
Так, я вернулся. Так. 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 Ну. А, блин. Навестись забыл, самое главное. Блин! Зашибись. Вот я сейчас обгоняю. Блин! Ну ладно, я хоть второй. Факт в том, что я вот тут иногда замечаю, что можно самого себя обогнать. Бывает же такое. Это писец просто, а не игра. Блин, почему она такая громкая? О, привет, Ксид. Ой, хоть кто-то один человек живой в чате. Все молчат, как утопленники. Не хотят со мной разговаривать. Бедным пижамой. Третье место. Тихо, 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 не падать. Не падать, скотина, не падай. Игрушка прикольная, но сложная, зараза. Угу. 3D. Кстати, мне вот никто мне не напомнил, а... Мне никто не напомнил, а продаж-то, ё-моё. Сейчас, извиняюсь. А, пролист. Exit. Про пролиста? Пролист заходит, но... Сейчас, извиняюсь, небольшой... технический перерывчик. Он заходит, но... Да, он вроде как из твоего города, наверное. Он откуда-то оттуда. Так, сейчас. Сейчас все будет. Просто мне кажется, или никто... Да-да-да, не поменяли. Никто мне тут не помог. С Дошем. Он заходит, но заходит редко. Но метка. Так что... Может быть, ближе к вечеру появится, хотя бы... Знать все нас. Блин. Наполеона Бонапарта. Извиняюсь. Так. Так,
Астрал В. Не знаю, когда он появится, но он бывает частенько. Должен, может быть, появится, может нет. Сейчас у него, по идее, скоро каникулы должны начаться. Хотя какие каникулы, у него сейчас, наверное, экзамены. Это ничего, это у меня случайно Галилео включился. Да, я Галилео смотрю, что такого? Зашибись, свалился. Да знаю, что надо поторопиться. Блин, опять я самого себя обгоняю, блин! Все, можно заново смело начинать. Обгонять самого себя как-то это уже не беспонтово. Как мне третьего обогнать? Хрен его знает. Заново. Резет. Резетнемся. Кстати, пролист давно не появлялся с Боши. Да-да-да, пролист, вот и я о том же. Что-то давным-давно ты делом не занимался. Блин. Спасибо, что поправили, а. А то там я играю и... И никто не говорит, что я играю. На заглушке. Не пропущу, уроды! Ты не падай, ты. Дебилизма, кусок. Да, картинка, все в картинках. Тихо, не падай! Да блин, урод! Второе место, урод! Я тебе не дам второе место! Не дам первое. Забирай второе, мне первое твое, второе твое не нужно. Тихо. Да что ж такое? Что же это творится-то? Ублюдки. Мошенники. Молодец. Третьим приехал, но ёперный корабль. Чё за хрень? Ехал же нормально. Нормально же ехал. Чё начинать? Сразу! О!
в третий круг, а меня уделывают. А не третье место еще более-менее. Да блин. Уроды. Заново. Ой, 88-й год. Да что ж такое-то? Давайте Томку возьмем. Он самый. Почему вы в конфу не вошли, когда я так, ну, в ней нуждался? А-а, понятно. Не пух, Тоби, не пюра. Блин, сам себя обгоняю, зашибись, а. Да японский городовой. Да-да, я о том же вот хочу сказать. Уже третье место, блин. Может, откатите нахуй. Хотя не, носить какой-нибудь. Японский бог! Прям перед финишем. Чтоб её... Почему мне какая-нибудь ЖРПГ не выпала, а? Я бы ее с радостью попроходил, позадротил бы. Нет, блин, мне выпало вот это. А рерол я свой на Сеге использовал, блин. Ублюдки. Зашибись. Ты знаешь, что надо хуряб, хуряб. Turn left. Точнее, final lap. Все, опять не приехал, блин. Скотина! Долбаная! Ой. Да зашибись, блин, об самого себя ударился и все, и писец. Капец, блин. Да блин, опять, да что ж такое? Ай. 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 Вот. Да блин, ну, я ж нажал.
моя. Почему мне из всех нормальных игр на TurboGrafx-е выпал ни шмап какой-нибудь, ни какой-нибудь, блин, я не знаю, JRPG, ни платформер, а именно вот это? Что я за удачник такой? За лукер такой, блин. Лускер, блин. И почему здесь, когда ты едешь четвертым, тебя, блин, не засчитывают? Обязательно третьим надо приехать. Я на игру ругаюсь, Ханс. Привет, кстати. Давай, считай быстрее эти долбанные очки. Я ругаюсь на очень плохую игру, которая мне выпала. На игру, в которой тебя может обогнать собственная тень. И в игру, в которой ты все 9 гонок ехал первым, и на последней гонке ты запоролся просто вот. Да блин! Какая предыдущая? На Genesis? На Genesis мне выпадали нормальные игры. Ну, кроме Крубола. Не, Крубол был тоже хорошая игра, но, блин. Не, пинбол был хороший, но... Заново. Тупо заново. Пинбол был хороший, но его надо было прозадротить. Нет, я не доходил до последней. Просто я пример привел. Что если, например, ты ехал первым все 8 гонок, дошел до 9-й. Бац, а тебя обогнали 5 нехороших гонщиков. И все, и капец. И ты автоматически не затащил игру. А здесь надо быть находиться постоянно в призовых позициях. Если ты не находишься не в призовой позиции, считай, ты уже проиграл. Ну, как бы я юзаю. Не сильно помогает, знаешь ли. А слишком сильно пережмешь, тебя могут обогнать. Да еще этот вид замечательный. Я согласен, лучше, чем перевернуться. Но, блин, бывает такое, что тебя сами туда противники заталкивают, уроды. Не дают возможности правильно за этот самый заехать в поворот. А, сухарик. Ну, давай, удачи тебе. И тебе не пуха. Да блин! Ну блин! Я ж нормально проехал, чё он завернулся-то? Ой, бля! Да куда уж торопиться-то, всё равно я проиграл уже.
Хури. Пусть будет Хури. Блин, почему все гонки не такие простые, как первая, а? Были бы они все как первые, вообще было бы замечательно. Ехай, ехай, сволочь, ехай! Второе место. Ох ты, блин. Сейчас у меня тут техническая неполадка, извиняюсь. Сейчас. У меня что-то турычат схалявил. Один работает. Так, мне что-то написал, извиняюсь. Сейчас я оглашу. Кто не видит, произошла ошибка. Текст ошибки сохранен в папку. User турычат, программа будет закрыта. Нет. Ладно. Сейчас мы перезагрузимся насчет турачата. Да не надо мне устранение ошибки, блин. Ой, господи, чтоб меня. Кстати, кто-нибудь на СК2 пишет? Вы мне там зачитываете СК2, у меня СК2 нету, так что...
Там это, кто-нибудь может мне пересылать хотя бы сообщение из К2? На всякий случай, мало ли что, кто-то там пишет, а я об этом не знаю. Я знаю, что у меня нет СК-2, и поэтому и говорю, что если кто-то может мониторить, перешлите хотя бы сообщения, которые мне прислали. Хотя мне никто их не присылал. Замечательно. Ехал нормально, все. И вот, все, и все запоролось. В общем, если до 7 часов я ее не затащил, то я, наверное, сделаю откуда. Потому что мне она надоела. Это невозможно уже. Блин, я не могу. Она не тащибельна. Ладно бы здесь как турнирная система была, так тут ее и нету, этой турнирной системы. Что типа приехал четвертым, тебе начислили сколько-то очков, блин! Эха, муха! Сколебала. Да зашибись просто. Ехал, ехал, блин, и приехал, твою ж дивизию. Ну едь нормально, блин. Фух, давай дальше, дальше. Ладно бы не вот эти вот очки начислялись, а просто начислялись очки хотя бы. И в гонках можно было бы дальше проходить. Приехал третий, приехал, приехал четвертый, приехал. Нет, обязательно надо, чтобы ты был в призовых позициях, иначе тебя дисквалифицируют, писец. Это писец, а не игра. Ничего святого в этой игре нет. Ладно, тут можно было бы еще зонки повыбирать, чтобы миссии потренить вот эти краски. Нет, их тоже выбирать нельзя. Если ты не прошел, ты будешь тренить первые три. Как минимум. Так как четвертую тебе не затащить. Блин. Фух. Да ладно. Проехал. Хоть как-то.
Давай, давай. Считай эти чертовы очки. 306 тысяч. Вот она. Трасса всей моей мечты. Да едь, нормально, тут что ты делаешь, да? Заразы! Ублюдки, заразы! Уйди с дороги, гнида афроамериканская. Вот, блин, вот как это я сам себя обгонять могу? Блин. Едь! Зашибись. Заново нафиг. Заново! Может, можно еще какую-нибудь кнопку нажать? Ну, блин, я же не на ту кнопку нажимал. Ну, ладно. Ладно. Да куда ты? Блять. Ублюдки. Невозможно. Убрать бы противников вообще. Был бы вообще в три раза веселей. Проехал и все. И затащилась игра. Нет же, надо ее сделать сложнее в пять раз. Каждую зонку надо проходить первым, третьим и вторым. Нет, блин. Нет бы сделать, что приехал четвертым. Все, замечательно. Зашибись. Никаких проблем. На. Приехал четвертым. Иди нахрен отсюда. Ты нам не нужен. Ты дисквалифицирован. Да блин! Кати, давай! Колбаска! Помалый с паской, блин! Зашибись! Опять я не приехал ни хрена!
Дэм. Привет, Гор. Приветики. А я тут психую сижу. Как же мне эта игра надоела-то, а? Так и хочется ее откатить. И бонусных реролов нет. Никаких реролов нету. Блин, опять я самого себя обогнал, зашибись. Нравится мне вот эта игра, что можно самого себя обогнать спокойненько. Я знаю, что они не восстанавливаются. А куда мне их восстанавливать? Уже некуда восстанавливать. Точнее, нечего. Да что ж ты делаешь, ты... Урод! Ладно, хоть приехал первым. Ну не смотрите, что это я только приехал первым. На самом деле это только первый раз. Осталось еще целых 8. Если уж, не дай бог, я дойду до 8 и запарюсь на 9. Можно будет уничтожать все на этой планете сразу. Особенно создатели этой чертовой игры. Особенно и девелоперов этой игры. А вы знаете, кто девелопер этой игры? Спросите меня, кто девелопер этой игры? Чё, никому не интересно, кто девелопер этой чёртовой игры? Да ладно, никому! Ну прям так, никому не интересно! Ну если никому не интересно, то я ничего не скажу. Вот так вот. Какая она редкая. В чем ее редкость? Консоли редко. Ну, может быть. Но у нас она не редкая консоль, так что... Она не редкая консоль. Ублюдки! Да блин! Ну, в России, может, нет. В России это была, может, не популярная консоль. Thank you.
блин! Ну и все, опять проиграл. Ну ёперный театр. Ай, блин, как она мне надоела, а. Я думаю. Откатываться мне или не откатываться? Да. Так, ну-ка. Подождите. Дайте я оценю свои... Бас, я тоже так думаю, что надо откатываться, потому что меня заколебала уже эта игра, честно говоря. Так, закрыть... вкладку. Так, мне надо оценить мои... Конечно, не проценты, мне надо оценить мои бонусы. По идее, если я сейчас откатываюсь, я теряю возможность получить бонусный рерол. Так ведь, наверное. Да где я, господи, так прилетел, вот. Где? Жар. Вот. Так, у меня бонусный рерол. То бишь, на Genesis я получил допинг. Один. У меня был использовано два бонусных, ну это первый апрельский. Один бонусный рерол. Раз, два. Так, значит я прошел. Раз, два, три. 4, 5 игр пока только прошел. Три пройденных подряд игры. Так, пропуск. Значит, у меня раз. 5. Так, по идее, у меня пропуск появился, да? Баз, ты здесь? Объясни. У меня 5 пройденных игр подряд. Без реролов. Точнее, с реролами. Реролы учитываются в бонусы? Точнее, как без отката. По идее, цепочка не прервана. Ну-ка. Смотреть по общей. И, кстати, почему мне не внесли в эту самую, как его, что у меня один рерол использован? Или это еще только... Ну ладно. Так. Ну что ж. Я принимаю решение откатываться. Конечно, не очень-то уж это и хочется, но, наверное, придется. Эх, товарищи, куда катится мир? Эх, не смотрите на мои закладки. Mm-hmm.
Привет, Белазис. А я откатываться собрался. Так что, главное... Нормаль. Так, значит, TurboGrafx у нас... После чадыщи собрал. Господи. Колдуй бабка, колдуй дед, колдуй серенький медведь. Выпади мне что-нибудь хорошее. Хорошее, 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 хорошее. Shining Force. Оп! Господи, что это? Чё-то какая-то хрень выпала. В общем, ребятки, сделал я свой откат с этой долбанной гонки. Привет, Частер. А о чем ты думаешь? Шокируй меня сразу, чтобы я это самое, как его... Чтобы я сразу погиб. Так, сразу. Все видели, что мне выпало? Не знаю, ну не могу, я не могу я эту игру осилить. Не берется она мне, не дается точнее. Она просто, ну блин. Как я не знаю. И ладно бы она была хорошая и в этом смысле, что была бы турнирная сетка или еще что-нибудь. Но, блин, она даже турниром не пахнет. Там просто едешь и проигрываешь. Да, ты вовремя. Я уже откатился. Да. Так, сейчас мы переделаем кое-чего, чтобы... Хотя надо было бы разорвать, ну ладно. Скатился я, ребята, да, скатился. И статистику надо заполнить, да. Хотя... Какое у нас сегодня число? Так, 13-е. Ой, 13-е пишу. 04-е. Точка. 06-е, точка, 2015-е. Привет, Фолкнер. Да ладно, это что, та самая?
Это файтинг? Да ладно. Ну, я нормально отношусь к играм. Это они меня почему-то не любят. Ну чё, пробуем. Так. Так. Load Genesis. Ctrl-V. Ага, спасибо. Скройся. Так, гороу. А у нее есть английское название? Fatal Fury. Да, это Fatal Fury. Просто я не могу найти японское издание, да. Сейчас. Гароу Денсу. Гароу Денсу 2 у меня. А у меня только Гару. Блин, я потерял. Гару Денсу у меня только. Первое. Значит, надо Fatal Fury искать, да? Хотя Эмуленд всему голова. Ну ладно. Fatal Fury 2, значит, да? Вот оно. Громко, наверное, громко. Не, нормально. Fatal Fury 2. Во-первых, посмотрим, что там в опциях есть. Normal, Continue в 3, Time Limit. Да ладно. Пока попробуем. Slow, normal. Control! Так, значит, Y высокий панч, B высокий кик, C line attack, линейная атака. Нет. Так. Y. Easy, normal, hard. Ну, я так как я на нормале, так мне на нормал. Ну да, ясно. Ну чё, попробуем. Давай вот за этого. За Биг Бира.
блин. Блин, как я это делаю, а? Да, я за жирного. Решил поиграть за жирного. Ну чё, он большой, жирный. Большой и жирный. Может он так... Может он так урону... Ой, Хадоукин в меня пустили. Легко, нелегко, но большой наносит сильные удары. По крайней мере, я побеждал. Побеждаю пока. You use your head. Did you think you'll beat me? First you have to challenge. Ченг Синзан. Сейчас жирный против жирного. Ну, скорее всего, надо победить всех персонажей, тогда победа. Плюс 4 босса, еще и 4 босса есть. 12 персонажей. Точнее... Одна кнопка рулит. Кстати, Слоу, если ты здесь, давай праздничный стрим. В честь дня рождения. Следующий челленджер. Мои Ширануи. Май. Какой тортик? Я ему тортик. Думаешь? Сейчас посмотрим. Вау! Майко. Ни хрена себе, она меня тут ногами швыряет, жердя это. Спокойно. ББПЕ? Что это такое? Пролист еще был, не надо. Ты, кита нафигово. Японского разлива.
ББПЕ? А, вот оно что. Не знаю, я мои победил. Теперь следующий, Джо Хигаши. Четвертая стадия. Вау, меня тут... Ни хрена себе он меня тут... Ни хрена себе он этот. Да-да, вон, видишь, как головой, хэдбатами его, хэдбатами. Я думаю, Ломикса мы сейчас долго не увидим, он будет занят своей работой. На собственном канале, так сказать. ВКонтакте. Призыв Ломикса activated. Грей Хаксон. Грей. Так, мне попался какой-то мастер силы. Зовите меня мастер силы. Юбей Ямада. Юбей Ямада. Да, я бью женщин и детей, потому что он рестлер. Ай, ты чё кинул меня, Хватит меня плюшками своими кидаться. Старикашка. На. Фризби, он кинул фризби? Пролист, как ты это мог увидеть? Я не имел права это увидеть даже. Да блин, уйди, старик. Старик, лежать. Лежать, старик. Старик, лежать, кому говорю. Лежать, старик, тебе же лучше будет. Блин, старик. Старик. Всё, старик. Наконец-то народ в чате появился. Откуда ты знаешь, может это пицца? Может Жубей любит пиццу? Он как черепашка-ниндзя. О, какой-то чувак. Парень. Сейчас мы ему ногами-то отвесим дропкиками. Терри Богард. Шестая зона. Это чё сейчас был за удар такой, мне интересно? Как он называется? Ха-ха-ха.
И хрена себе-то! Я-я-я-я-я! Ни хрена себе, он мне половину здоровья снял одним этим суперударом, ни хрена себе! Вы это видели? Не, вы это видели, вы? Мне этот америкашка снес четверть здоровья, блин. Карл. Ах ты ж, блин. На. Да как я делаю бочку? Я не умею делать бочку. Я ничего тут не умею. Я умею только махать ногами, все. Победитель. Was too much, что-то... А, that was too much. Да, это было слишком много. Челленджер. В общем... That's it, you are finished. Это сделает тебя последнее. Это будет твой конец. Австралия. Жирдяй на жирдяй. Кто же выиграет? Брат, близнец, перестань ставить блоки! А, я сейчас проиграю, наверное. Да, проиграла. Первый бой. Ну да, у меня темный цвет, а у него светлый. Не, я стирал лаской магии черного. Да блин, ты большой мишка. Я тоже большой. Ни хрена себе, он жжет. Я проиграл. Ну ё-моё. Я лост. Я лост. Викинг. Нет, я не умею. Я не умею ставить блоки. Я выберу опять эту персону для челленджа. Останется еще Ким Капва Хам. Conquer the world. Состарился. Рисовать. Ласка магия черного. Теперь я с Тиралтайдом. Гад. Да блин, как он так делает? Гад. Он меня подлавливает просто. Не, наверное.
Блин. Чё-то какой-то он сильный, этот мужик. В Dead or Alive кнопкой. В Dead or Alive на квадрат ставился. Я не знаю, как на Сеге, если она и была там, конечно. Нет, там можно блок перехватить, как я помню, в Dead or Alive. Какой нахрен спать? Не хочу я спать. Я хочу челлендж. Игра про сиськи и одну кнопку. Может быть. Я в файтингах все равно не разбираюсь. Блин! Ну последний удар по нему оставался, ну и... Блин, на последнем ударе меня завалил, гад. Нифига себе он мне сделал. Некбрейкер, блин. Блин. Блин! Ну вот, началось. Драки, у кого лучше, у кого... У кого мощнее? Давай. Мне этот мужик понравился, давай. У него сильный удар с ноги. На. Что он делает? Блин, один удар, последний. По нему остался! Предпоследний.
Блин, нифига себе он вот этим перегаром. Вот я ему хэдбатами в грудинку, на. Блин. Есть! Я его добил, остался последний персонаж. Если я его уделаю, по идее, я прошел игру. Ой, какая игра. Какая замечательная игра. Последний челленджер. Ну, видимо, нету боссов. Это ж Sega. Ким Кап Хау. Да, последний что-то. И ни хрена себе он тут. Блин. Может быть, айкидо мне тут удует мне. Ни хрена себе он меня кинул. Ну да, белый кореец. Давай, бей его, бей. Да я вижу флаги на заднем фоне. На дрифт похоже. Привет, Сома. Да, Грей, это был откат. Блин, заколебал меня он этим. Да заколебал! Победа! Это была победа. Не знаю, что сейчас будет. Да, кстати, надо было бы Dash подменить, но мне никто этого не сказал, поэтому... Да я и стрима-то не разделял, так что... Какой Билли? Ли? You guys said named World Champions? Кого вы называете? О, Challenger!
Stick in stick fighting, what you forget. Девятый уровень. То есть 8 персонажей, плюс еще парень, который дерется палкой. Охренеть. Ни хрена себе, он тут раздает, гад. Не, ну блин, я тоже палку так хочу. Нифига себе, он раздает палкой. Грей, там был серьезный повод. Повод в том, что это не тащибельно для меня. Потому что там достаточно завалить одну гонку, и все, и писец. И ты начинаешь заново. Какую игру? Ту? Я пробовал тащить, у меня не получилось. У меня тащится до 4 уровня. И все. Так, еще раз. Итальянец Энди Богарт. Game Gear. Не знаю. Perfect. Я не хочу 9 контов пока. Рано. 9 контов это по изю. Да, лорд, пока заново. Заново. Я знаю. Они могут и не сократят, а наоборот удлинят время моей игры. Не знаю, посмотрим.
Шрануи. Нечего тут кидать всякие фигни. Хедбатами, хедбатами, хедбатами. Все, хедбатами. Главное, хедбаты. Все остальное не важно. А, и главное, все еще дропкики. Так, японец. Japanese. А, Таиланд. Тайц. Я, значит, мои была японка. Привет, котик. В Real Bot играл. Джо, по идее. Ну, вообще он тайц. Хотя у него на голове японский флаг. Точнее, знак Японии. Был изображен. Мастер силы, это китаец, скорее всего. А, нет, это Япония тоже. Джубей Япония. Ну, значит, он живет в Таиланде. Почему ему нельзя, например, жить в Таиланде? Дедушка. Ну, короче, японец, да. Ну, я бы сыграл, если бы мне челлендж позволил. Это шрандо. Не от меня зависит, во что я буду играть. Мне главное до фриплея добраться.
Муай-тай. Ну да. Что-то от Таиланда в его стиле был. На тебе. Будешь кидаться мне тут иньяниями своими. Короче, японец. Нет, это Сега. Это не аркадная версия. Я сейчас не знаю, чем он там кидался со мной. Но то, что он кидал, было явно похоже на инь-янь. Каким-то местом немножечко. И вообще, надо бы уже мне закругляться, хоть у меня и время до 8. Я хотел немножко сегодня пораньше закончить все-таки. Если я все-таки не получится мне его уделать сегодня этого с палкой. То, наверное, придется закруглиться чуть пораньше, где-нибудь так, в 19:30 примерно. Хлеб на аркаде. Значит, плохой хлеб. Блин, вот этот жирдяй, как и я, пирогов мне таких надает, ё-моё. А, нет, пока не надавал, но все равно. Блин, огонь. Чёртва отрыжка. Ивоная. Почему она... Блин. Некбрейкер. Да блин. Я ж прыгнул. Ублюдок. Все, победа над ним. У меня еще пока 3 конта осталось. Остался последний Сайкидо, который... И
палка борется. Давай скорей. Давай, давай скорей. Да блин, заколебал. Давай, 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 тряси его, тряси. Вот, молодец. Затрясли. Хороший австралиец. Мне нравится. На хэдбат, на хэдбат, слови хэдбат, слови хэдбат. Делентер меня кинули. Какой супер мне интересно он бы мне сделал, если б я его не схватил. Да, суперов, наверное, тут нет. Но есть такие удары, которые это серьезные повреждения наносят. Билли Кейн, Великая Британия. Мне вообще вот этот палкоборец побеждает, блин. С палкой истинный мужик, блин. Блин, нельзя на него прыгать, урод. Блин. Дашь. Может быть, и дашь. Блин. Да. Так. Кем бы мне его победить? У кого хороший поставленный удар? Давайте Терри попробуем. Я не знаю, конечно, получится, не получится, но попробовать стоит. Может, две кнопки зажать. Fight.
Блин, что он делает? Блин, как он это все делает, а? Да блин, мне бы научиться играть еще, чтобы. Блин, если бы я еще знал суперудары. Я же не знаю ни одного суперудара, блин. Ну-ка еще раз. Мишку? Ну, давай, давай, я знаю. Блин. Вставай, блин. А на какую именно руку четверть назад? Есть! 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 Победа! Победа! Я уделал его! Я уделал его и почти ровно до половины времени успел. Блин, чё, ещё не всё, что ли? Так, теперь меня Аксель Хоук какой-то, американец, пытается избить. Хорошо, хорошо, Фолктер, хорошо. Я понял. Я понял тебя.
Нифига себе он тут. Так, боксера уделали. Кто же еще следующий? Так, теперь какая-то девица, да? Нет? Не девица? А, не, мужик какой-то. Так, я двух боссов победил. Это уже третий. Лоуренс Блуд. Блад. Испанец. Тореадор! Хренов! Нет, чё-то какой-то он... Ах ты меня! Ах ты меня! Ах ты меня! Заколол, скотина. Нечестно кортиком махаться. Нифига себе снес. Мне здоровится. Ну, значит, последний Краузер будет. Последний кредит остался. Лоуренс Блад. Так, это пока еще не конец, блин. Ой, Грей, мы бычары хоть куда. А, вот этот вот, который... Примерно я понял, кто? Блин. Не вовремя я попал на его удар. Блин, персонаж, перестань, а! Фью. Да ладно, на последнем. Ну,
по крайней мере, тот, с кем я сейчас дрался, это... явно не крузер был. Вот он, да. Крузер Соверин. Вольфганг Крузер. Вольфганг Крузер. Вполне возможно, что хана. Да. Прям такая под классику жанра. Нифига себе он. Нифига себе. Если бы здесь сейчас был Ломикс, он бы сказал, что это был Берлок. Я победил его второй раз. Чё, это конец? Или нет? Или всё-таки нет? Или да, или нет? Так, и большой медведь стал самым сильнейшим. Да, и это TurboGrafx. Снова. Лорд, тебе было недостаточно дрифта? Какие громкие сухарики. А что это? За карт Angel. Ну, если бы зубы хрустели, я бы понял. И вы бы помогли бедши. Несусветная хрень. Блин, я лучше бы вместо Power Drift какой-нибудь шмапчик все-таки поиграл, чем это. Вы номер один. Да ладно, я там да номер один. Не может этого быть. Ладно, ну что ж. Сейчас будем выбирать. Где там она? Дай. Не то выбрал. Извиняюсь. Итак. Ну что же ж. Нормал. TurboGrafx. Тык. В студию. Так, давай. Сейчас, подождите. Ну, не торопите меня, надо же поволноваться немножко. Надо же подумать, что же мне выпадет, что же мне выпадет. И... хорошо.
Ух ты, CD какая-то игрушка. Ямамура, Миса, Суспенсе, Кинзен, Какуё, Эзара, Сацу, Джинзжикен, CD. Ну что ж, я думаю, мы на этом закончим в великом деле. Ой, господи. Итак, значит, итог на сегодня. Я не затащил TurboGrafx, откатился на него, получил на Genesis Fatal Fury 2, затащил его за жердяя, рестлера, и теперь мне выпало... Блин, сбросилось уже все. Ну ладно. Мне выпало... Ямамура, Миса, Суспенсе, Кинсен, Кайо, Эзара, Сацу, Джи, Джинкен. Думаешь? Мы посмотрим. Ну что ж. До следующего раза. Кто там после меня собирался еще постримить? До Фолкнера еще целых 1:20. Так что можете отдохнуть, попить чайку и... У меня стримы Киномана не проходят. Это на нашем канале они проходят. Канал не мой. А он практически общий. Практически. Но не мой. И не наш. А администрации. Вот. Итак. Чё я быстро? Я 2 раза пробовал. Ты что? Да, я, лорд, я уже ему объяснил, что это не мой канал. Это общий канал. Если, например, кто-то доведет до того, что... Genesis, ну, чё поделаешь, всего 40 минут, как минимум. Если кто-то забанит, то все шишки на него полетят со всех сторон. У нас уже такое было. 1 раз. Так что, ладно, надо прощаться. Хорошо посидели, покатались, подрались. Ну и надо пора и честь знать. Всем пока, до следующего раза.